Шикарное фото Аллы Пугачевой потрясло фанатов. Алла Борисовна не любит фотографироваться, а зря. Выглядит она для своих лет превосходно, дай бог каждому. И благодаря ее пятому мужу Максиму Галкину красоту могут увидеть все поклонники. Алле Пугачевой 69 лет, но кажется, что выглядит она как девочка. Фигура, ножки, кожа – все безупречно. И для певицы это важно. Во-первых, к ней постоянно прикованы взгляды и камеры, нельзя разочаровывать. Вторая причина – муж Максим Галкин, который младше на 27 лет. При Мадонне очень хочется этому соответствовать. В блоге Максима Галкина фанаты буквально захлебываются от восторга. Артист выложил свежее фото своей супруги. Алла Борисовна выглядит просто роскошно. Традиционно обнажены плечи, на лице нанесен легкий макияж, волосы убраны под светлую шляпку. Снимок Максим подписал очень романтично. «Счастлив, когда моя любимая счастлива». Поклонники согласны с Галкиным и уверены, что Примадонна светится от счастья. Сама Пугачева о себе сегодняшней говорит просто: «Выгляжу я для своих лет неплохо. Похудела и слежу за собой. Стараюсь мало есть, но пока плохо получается. И самое большое желание, мой стимул, чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку». Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!